В Лос-Анджелесе мужчина с мачете ранил 8 человек. Полицейские застрелили нападавшего. Мужчина с мачете напал на прохожих в районе Канага-парк в Лос-Анджелесе и ранил 8 человек. Об этом сообщает Daily Star. Прибывшие на место полицейские открыли огонь по злоумышленнику и застрелили его. Все пострадавшие были доставлены в городские больницы. В настоящее время полиция выясняет мотивы преступления и устанавливает личность мужчины. Как сообщал корреспондент Net, на прошлой неделе в городе Маастрихт в Нидерландах в результате серии нападений с ножом погибли 2 человека и еще несколько получили ранения. В Германии пьяный напал с ножом на мэра города, по материалам сайта newsgro.com.